Киев более музыкальный город, чем Москва. Я вот. очень много раз за последний месяц, за последний год, за последние 8 лет слышу это высказывание. Так, и? Is it? И. Да, вот вопрос к вам, да. Я не знаю. Я не знаю. То, что он, безусловно, очень музыкален, это факт. Но не факт, что здесь меньше экспериментаторов от музыки. Понятно. Вот, по музыке много везде. Вы очень грамотно ушли от вопроса. Это нет, нет, я не вашим и нашим. Мы с самого начала поставили, расставили точки над тем, что кто-то меня не любит, я спокойно с этим живу. Окей. Кстати, они уже нас не смотрят. Нет, нет, кстати, точно смотрят. Точно смотрят. Ведь есть такие, которые смотрят, думают, где она подставится, где она что-нибудь скажет. На самом деле есть, потому что они иногда даже на концерты ходят. Это для меня удивительная вещь. Ты потратил целый драгоценный вечер и какие-то деньги на то, чтобы пойти и мучаться. Ну, тогда мучайся. Не, ну не бывает же абсолютной любви. Это же всегда, когда есть поклонники. Не, я про тех, кто изначально вот супер не любит. Зачем ходить? Непонятно. Мне кажется, вы как-то вот... Я с таким не сталкиваюсь, что у вас кто-то... Кто-то, может быть, не понимает, но у вас и музычка непростая. У вас же не умцаца такая, которая вот... Прям вот. Черт, я так старалась. Не получилось, прокололись, да. Это же не три аккорда, которые любят, в общем, 90%. Поэтому. Ой, это так приятно. Здесь... Такое приятное, мне сказать. Нет, да, это правда приятно, потому что мы за рост, мы за развитие. Я лично за эксперименты музыкальные очень-очень. Да, но у вас самые сильные вещи, они как-то при этом не становятся вот в хит-парадах самыми. Они не станут, и это абсолютно нормально. Которые самые сильные, просто вот. Как говорит мой знакомый, тупо с музыкальной точки зрения. Да, 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 и они не станут. Не станут? Нет. Это не зависит от общей музыкальной культуры? Это вообще, это глобальная тенденция? Я вообще не понимаю, от чего это зависит, я просто это поняла. Что, те песни, которые каждый раз вызывают во мне... до такой степени приятные мурашки, от которых аж больно. Мы про собственные сейчас песни. Да, 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 про... да, да. Я очень люблю свои песни. Ага. И по-честному, я очень люблю петь. Это я так люблю петь. Нет, я очень люблю петь. Угу. Вот. Я эгоист. Я делаю то, что мне нравится. Ну, артист должен быть таким, мне конечно. Нравится петь. Я получаю от этого колоссальное удовольствие. Но те песни, от которых мурашки самые огромные, они, как правило, не станут на радио. Угу. Ну, вот это так. Это так плохо, это так хорошо. Это так, это не хорошо, не плохо. Угу. Это данность. Угу. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».